Все нормально? Конечно. Я всего лишь поранилась. Пожалуй, я не поеду в Будапешт. Отправлюсь сразу в Париж. А я как раз туда. Если угодно, я могу подвезти мадам. Очень любезно. Уверена, что с тобой все в порядке? Предлагаю игру, будто мы незнакомцы и едем в неизвестность. Ха-ха-ха. Попробуем. Автомобиль – лучший способ узнать страну. Невероятно. Теперь в профиль. О, да. Где ты? Я еду в Париж с одним из бизнес-партнеров твоего папы. Вуаля. Как Париж? Мы еще не доехали. Жак предложил остановиться на ночь. На ночь? Санте? Не забывай, он француз. Вы счастливы? У нас хороший брак. Я не об этом. Ты счастлива? Рона тут совсем недалеко. Мы когда-нибудь доберемся до Парижа? Здесь есть прекрасный музей. Вам стоит его посетить. О, нет, спасибо. Мы едем в Париж. Мадам. Эскарго. Я думала, мы окажемся в Париже уже сегодня. Париж подождет. Смотри, возли. Сделаем небольшой крюк. Почему бы нет? Что творится с моей американской подругой, которая так торопилась в Париж? Ну хорошо, Жак. А теперь едем в Париж, да? Да.